Привет, друзья! Решила сварить супчик, что в холодильнике есть после праздничного стола, что осталось. Косточки индюшачьи, мясо на фарш пустила, вот косточку хребет. И нарезка осталась, вот огурцы, помидоры тоже сюда. Морковку на терке натерла на крупной терке. Вот. Сейчас 20 минут косточка будет кипеть. Он уже жир пустила. Косточка хорошая. Что можно сюда добавить? Картошку через часок. Лучок репчатый. Зелень, петрушку, укропчик. Можно. Вот так вот решила на обед сварить. А как вы, друзья, что делаете с остатками после новогоднего стола? Не выбрасывать же. Продукты хорошие. Ну и вот. Спасибо за внимание. С Новым годом. Будьте здоровы.